В рамках ежегодного празднования Всемирного дня оказания первой медицинской помощи в Махачкале прошли мастер-классы для жителей столицы. Десятки людей узнали, как оказать экстренную помощь, и на практике закрепили освоенное. Подробности в сюжете Гамзата Нурмагомедова. На аллее дружбы студенты и преподаватели Дагестанского базового медицинского колледжа совместно со спасателями МЧС Дагестана продемонстрировали мастер-класс по проведению простейших медицинских мероприятий для спасения жизни человека. Показываем, как оказывать первую помощь, как определить, жив ли человек, если они увидели где-то умирающего человека без сознания. То есть мы пробуждаем как бы в людях человечность. Как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно. В условиях дефицита времени нередко в отсутствии людей с медицинским образованием. Поэтому приемами оказания первой помощи важно владеть каждому человеку, действовать быстро и решительно. Человек, когда сталкивается с этим, умеет он оказать эту помощь или нет, он все равно старается чем-то помочь. И зачастую я раньше сталкивалась на берегу с тем, что не то что помогают, а вредят вот этому всему. А теперь народ стал грамотнее, и я вижу сейчас активность, во всяком случае люди подходят, и это нужно знать каждому человеку. Для России эта тема более чем актуальна, ведь по данным официальной статистики за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в нашей стране. Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно, начиная с 2000 года. Гамзат Нурмагомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал НТ, Махачкала.